Приехал человек, попросил накачать вилку. Вилку. Давид, у нас же есть этот электронный манометр или механический манометр, вот отдельно. Ну, есть, конечно, да. Придавливается. А где, вот тут ты качал? Да. То есть обычный велосипедный насос качает мотоциклетный. Необычный. Качает мотоциклетные вилки. То есть, получается, велосипедный качает мотоциклетный. Вот. Это давление. Да, поэтому... Да, так что вот так вот. Необычный насос высокого давления. Ну, понятное дело, да. Здрасте. Вы еще и мотоцикл чините. Ну...